Зима вернулась. Всем привет, друзья. Опа. Без снеговика. А снег идет, называется. А снег идет, да снег идет. Хотя на улице всего минус один или минус два. Минус два, наверное. Здесь показывает, а. Там ходила, ноль показывает почему-то в ограде, то ли там теплее в ограде, без ветра, так сказать. Чё, красавица, съела мяско. Завтракаем мы сидим. Алёша на работу ушел, мы сейчас корову подоили, да позавтракать решили. Дед нам сегодня варил суп, да? Это суп? Я не ела, не знаю. Суп с рыбой, с килькой, ну, такой любит. Так, а тут что поставили варить? Не знаю, да, что. Что-то, в общем, индюшатина. Вот. Такие дела. Матвей в школу ушел еще сегодня. У нас, получается, до 9 класса отпустили ударников-отличников. Ну, как-то странно отпустили, потому что Фадей сегодня, например, пойдет на математику. Почему-то все математики не успели закончить свою программу. Не успели закончить программу и говорят, что, в общем, отставать не будут, поэтому ходим до 23 числа, включительно причем, на математику. Вот Фадей сегодня пойдет, он, получается, ударник, и он пойдет на одну математику, на первым уроком она стоит, он сходит и придет домой, а все остальные ребята, которых тройки, они пойдут на остальные уроки. Ну вот, как-то так. Вот. Не знаю, это, честно говоря, первый раз в нашей школе такое нововведение. У нас либо вообще отпускали, либо не отпускали. Вот. Хотя непонятно, нынче дольше, да, каникулы сделали, это две недели. Это поощрение хорошо учащимся детям. Не, ну, тогда уж математику бы... Тогда бы математику хоть... А то все равно ему идти. Чтобы так хорошо не учились, их решили выровнять. Ой. Ну, в общем, вот так вот как-то странно. Так что все равно все в школу сегодня идут и до 23-го будут ходить. Кто-то просто на все уроки, Матвея даже сегодня консультации еще будут, поэтому он вообще придет в 5 часов опять. Ой, вот такие дела. Ну, а мы сегодня бабушка гладить будем. Да. Потом, да, да. Потом нам надо что еще-то сделать важное было. Мне надо орхидеи сегодня все пролить, поставить прям в тазик хорошенько, потому что они у меня давно без особого ухода. Вчера их протереть протерла, чуть-чуть пополивала так сверху, но надо их промочить хорошо, а то еще не, мне все жухнут что-то без ухода-то. Вот, ну и обед надо будет готовить какой-то еще. Стирку продолжаем, сегодня еще стирка у нас идет. Вот, и творог буду сейчас варить, конечно. Уже готов. Вот такой-то у меня обезжиренный. Ну, его ждет клиент, поэтому сегодня сейчас сварю, чтобы к вечеру уже забрали. Вот такие дела. Так, друзья, 5-й час пошел, слушайте. Сегодня у меня прям какой-то аврал получился. Я же думала, я уже на каникулах. А оказывается, наша школа... Что учудила-то? Начальная школа, оказывается, учится... И, в общем, я после обеда с малышами занималась. Вместо того, чтобы своими делами заниматься. Хотя своими делами я тут тоже занималась. Но об этом я снимала на дела хозяйские. Сегодня рецептики. Вот, поэтому здесь не буду особо освещать. Чтобы вам не давать какой-то спойлер, да. Не портить, так сказать, впечатление от просмотра. Вот. А так вообще работала. После обеда я работала сегодня. Не знаю, почему так сделали, что... Только вот, получается, с 5 по 8 класс включительно дети, ударники и отличники отдыхают. А остальные, получается, все учатся еще 3 дня. Фадей, сходила на математику-то? Да. Ну как? После математики просто ушли ударники, да? А сколько человек ударников-то получилось у вас? Сейчас, что... 7. 7 ударников? 7-6. А, у тебя сколько, получается, нынче четверок-то хоть? Думает такой. Две? Да. Две? По каким? Так русский. Русский история, и история, да? Русский, история. Вот так у него нынче вышло. Две четверки. Все остальные пятерки. Ну ты нынче что? На первом или на втором месте в классе? На первом.
На первом будешь сегодня нынче, вот так вот. Молодец, поздравляю. Правда, еще на математику 2 дня ходить, да? Супу. Супу. Ура, ты что, ты хотела рассказать нам алфавит, что ли? Ну, Фадей, не будешь мешать нам? Фима расскажет тогда, чтобы зрители знали алфавит, да? Ну, что ты стесняешься-то? Ты же блогер. Я могу рассказать. Ты можешь? Нет. Ну, будешь рассказывать, не будешь? Стесняешься, что ли? Ну, ладно, не хочешь, как хочешь. Ладно, все, друзья, я пришла, сейчас буду кормить их. Ой, сегодня у нас что-то сплошные супы. Сплошные супы. Так, а это что такое? Вот у нас бывает такое, когда Фадей начинает вмешиваться в Фимины дела, да? Ладно, все. Фадей, ну не дразни. Фим, все. Фима! Все, слазь с ним. Ну что это за драчки собачки? Еще кусить пытается. Все. Смотри, Фадей-то весь в кресло вжался. Тебя боится. Все. Садись. Ну тебя. А то еще правда укусишь. О! Расскажешь? Фадей, ну не дразни его. Ну не дразни, он же... Все, можно мы расскажем алфавит, Фадей? Да. Будешь? Нет. Не хочешь? Я могу рассказать. Фадей, я тебя сейчас выгоню. Он потому не расскажет, Фадей ему все время мешает, перебивает его. Вот, а дед ходит, что-то делает все еще. Когда он уберет свой станок, мы не знаем. Мы вот пляшем по кухне вокруг станка и пляшем. Когда он закончится, дед? У меня все больше и больше идей появляется. Да ты что? Ёшкин кот. Скоро, наверное, сметану взбивать на нем уже будем. А? Крутится. Значит, можно сметану взбить, правильно? Фадей, все, хорош. Сейчас пойду разгонять. Так, Фадей, кушать. Так, сейчас пойдем сходим мы до цыплят. Алёша им утром что-то не долил воду. Я вот сейчас переживаю, что у них воды не хватит на весь день. У этих-то все в порядке. А вот тем надо сходить, маленьким, к этим, к бройлерным. Вот. Сегодня ветер такой еще сильный, не только снегопады. Потом то прекратится снегопад, то опять начнется. Вот. И это... Из-за ветра холодно. Как-то метет. Давайте. Ой. И в то же время, видимо, капает. Да, капает с крыши. Дверь-то заклинила. В этом месте у нас как раз. Да, капает. То есть плюсовая температура, но при этом и снег метет какой-то. Ну, как вот так получается? Вроде как при плюсовой дождь должен быть, да? Не знаю. Ну, из крыши капает, и при этом еще и снег идет. Странная погодка. Видите, как дивины. Дивины только ножки. Пробежали по дорожке. Да. Зайка. Ать. Матвейки нет, и все еще переживаем с бабушкой, что он голодный опять. Сегодня консультации эти. А это он приходит только в полшестого. Ох, навоз-то скоро все. Он почему сделал там, что уже все, здесь места кончаются. Пойдем курочек кормить, Дива. Пойдем. Вот. Хожу с вами одним маршрутом, ну что сделаешь. Вот такая жизнь. Каждый день одно и то же, как говорится, и вам одно и то же смотреть приходится. Никакого, наверное, разнообразия, скажете. Ну, ничего. Так, ты пока гуляешь, я захожу. Так, во. Ну, теплее, конечно, чем на улице. 10 показывает термометр. 10 градусов. Так, яйца нанесли, да? Валяются яйца. Ладно, сейчас цыплятки что-то кричат. Наверное, воды нет. Ну, что, конечно. И вода кончилась, и корм. Сейчас будем... И тут поели корм, молодцы. Сейчас дам. Сейчас все дам. Ой,
камеру поставим. И будем все делать. Надо Алёше сказать, что он полную налила утром. С этой кормушечки тоже поели. Вижу, что почти дно видно уже. Вот что творится. Это вы что так обрадовались, что я пришла, да? Пить дала, наконец-то. Нет, надо полную, конечно, пополнять. Пусть даже за ночь они не выпили всю бадью эту. Все равно надо полную наливать и оставлять. Видите, интересно, как индюшата все пьют, а бройлеры, цыплята все едят. Кому что надо важнее, да? Эти все пьют. Красивый наш поддончик весь уже обкакали. Надо будет чистить, но это надо железной лопаточкой аккуратно. Совочек железный. Ах, на меня метит. Смотри-ка, что лететь собрался. Ты куда собрался? Но они потом полетят, да. Буду тут летать. Но сейчас у них шерсть-то хорошо должна начать расти. Потому что попрохладнее стало, явно посвежее. А то совсем лысенькие они уже. В тепле-то стали. Не растет перо. Вот. Ну ладно. Давайте сейчас пойдем яйца соберем. Если нам Петя позволит. Да? Вы позволите, молодой человек? Я ведь палку возьму. Ты не думай. Что так легко от меня отделаешься. Сейчас. Яйца надо собирать, да. Если мы яйца соберем, папке не придется идти вас управлять. Потому что я уже все сделаю. Да. Воды долью сейчас. Корм у вас, по-моему, есть еще. Айда. Айда. У меня палочка. Айда. Так. Ну что, куряшки? Давайте я тебя заберу. Да-да-да. Петя палку знает хорошо. Если я с палкой, он ко мне не пристает. Голова-то маленько шарманит, да? Маленько шарманит голова-то, не зря. Он на плечах сидит. Там ничего нету. Они в трех гнездах несут, а в остальных трех не несут. Что такое? Все,
все, все, я ухожу. Сейчас корм маленько всыплю. Да, да, ты сразу смелел, как я вышла, да? Мудрец. Мудрец. Так, посмотрим, корм это дадим. Ой, это тут остатки, мешки, это все. Наверное, я вам сразу высыплю, да и все. Давай, петух, иди отсюда. Все, ничего нету больше тут в этом мешке. Сегодня вам там кому выйдет, завтра принесем. Этот кончился. Так, с водой у вас все нормально. Что-то вы вообще плохо пьете. Сколько было, две кастрюли, столько и есть. Мало пьют. Так, а вот яйцо я, пожалуй, заберу. Меня сегодня должны за ним приехать. Ой. Ну все, давайте цыпы. Все едят, все пьют, все нормально. Тепло, хорошо. Сегодня на улице тепло. Сейчас я камеру маленькую такого. Так. Фух. Видите, опять снег пошел. Говорит, сегодня весь день вот так. То снегопад, то метель, то тает. Ничего не понятно. Борьба идет, как говорится, борется весна с зимой. Такие дела. Вот такая красота. Хлопья. Крупные-крупные летят. Дива, ты где? Дива! Уемная дивка-то. Она смекела, видимо. Шмонала куда-то. Ты где, малышка? Где? Где девушка моя? Дива! Ай, дива! Че, уже замерзла? Домой стоишь? Сейчас пойдем. Микела, домой! Она-то в палисаднике где-то. Дива, хорошо, что мы к ней. Пойдем. Пойдем, малышня. Мешки из-под опила валяются. Все, пойдем. Управили курочек. Сейчас надо мне головки достать. Байкалку кормить. Да что-то я утром забыла. Подожди, я дверь закрою только. Не бегай. Не бегай. Ты думаешь, я выхожу, что ли? Не выхожу. Я просто дверь закрываю. Вот и все дела. Так, ну вам я попозже. Вас попозже обслужу. У них пока все есть, а, но значит им не хватит. Поэтому воду все равно придется наливать. Фух, кстати говоря, знаете, что тут хотела вам показать-то? Лучок. Помните, я сажала, когда осенью много-много лука. Я, одна сеточка у меня просто не вошла. И я говорю, ну пусть лежит. Это у меня лук Шекспир. Он очень такой хороший. И вот, боялась высохнуть. Нет, луковочки, видите, какие малявочные. Маленькие в основном луковки. И надо сказать, слушайте, вот так вот трогаю. Они ведь это более-менее не пустые. Но есть некоторые. Но вот некоторые прям вообще хорошие, полненькие. Вот эта вот большая тоже совсем не посохла. И маленькие. Вот видел, зелененькие росточки уже пошли. Короче говоря, можно будет досадить на тот случай, если все-таки вымерз у меня лук. Я ведь все переживаю, вымерз, он не вымерз. Вот, так что поглядим, поглядим. Так, сейчас мы с тобой головы достанем. Так. Головы, головы. Что мы на завтра хотим достать эту рыбу-то, форель, разделать. Я вроде завтра-то я уж не должна работать, не знаю. Сегодня тоже думала, буду гладить. Ничего не получилось. Только перестирать успела до конца. Все заложки развешать и все. Творог у меня тут висит. Сейчас буду его тоже снимать. Опа. В общем, потихоньку дела делаются. Была, зашла я домой. Обратно иду. Приехала Алеша, говорит, у коровы, говорит, сена нет. Давай пошли, покатим сено. Идем. Вон у нас осталось там чуть-чуть. Так что пошла сено катить. Говорит, пока светло, чтобы
Ух ты, засла. Ох, какое роганище. Сегодня у нас это весь лед снегом припорошило. Приходится следить за всеми, кто у нас тут ходит, предупреждать. Ой. Видите, как все опять бело. У кого там уже весна, понаслаждайтесь еще зимой вот так вот. Все красиво, бело. Снежно. Ну что там? Ты считаешь, хоть сена-то хватает, нам нет нынче. Ой. То еще покупать придется, не дай бог. Что, вместе что ли? Да. Да, не справишься один. Сейчас погоди, камеру на куда-то поставь. И что, как бы это вот так вот сбоку? Сможем мы его? Давай попробуем так сейчас. Ну мне камеру, подожди, я поставлю. Мне надо же определиться. Вот так нормально будет? Вот это он сидит. Нет, нормально. Все, он крепко стоит. Перехватить не забудь, давай. Так она сейчас потает. Не упадет. Ты бы... Я боюсь, что мы что-нибудь это вдвоем-то. Я тебя не порошу, что я сориентировал. Фух. Так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 рулонов еще остается без этого. У нас примерно в месяц 2,5 уходит. Сейчас есть пеленку. Будет. Ну, не знаю. 3. Ну, то есть на 10 дней где-то рулона, да, хватает? Получается, на 10 дней. Вот. То есть, грубо говоря, ну пусть 3. То есть на 4 месяца надо. На 4 месяца. А сейчас у нас что с тобой? Апрель начинается, да? Ну-ка, давай, помогай одной рукой. Хватит, ну, считай, в мае уже. Начнем. Ты думаешь? В мае еще ничего не нарастет. К июню только если. Ну ладно, неважно. Просто все равно летом-то приходится сеном тоже кормить для пищеварения. Не получится так, что... Не давай, получится давай. Так, что это... Давай. Да не могу я расстилать. Надо рулон, под рулон-то подсунуть, а мы его поставили так. Так и дела. Пролазит там. Так, ты его вот так давай развернем, тогда это. Где же наш Матвейка? Все смотрю, смотрю я вон в том направлении. И нет его, и нету. Замучили бедненького. Так. Вот так разверни, чтобы я могла подсунуть эту сетку. Давай вместе. Ну, давай, давай. Ну, куда ты? В какую сторону? Так можно было вот так вот. Ну, давай. Ну, так давай. Вот. О, все, стой. Сейчас на камеру держи, я... Или тебе... Подожди тогда. Короче, нам камера помешала. Давай сетке. Вот так. Сейчас. Ты было ровно ее. Я пытаюсь. Так. Вот так тогда. Все? Что все-то? Сейчас. Давай. Ах, тари-рари. Не, опять криво, блин. Давай. Стой. Ну, что ты? Зря перекатил-то. Опять криво боку получилось. Ну, ладно. Пойди докатим. Так. Лип. Все. Держится. Давай, я сцеплю. Держишь аккуратно, чтобы не сыграла. Так. Вон, сойдет. Ой. Сейчас весь белый красивый снег мы замораем своим сеном. Будет не белый. Будет грязный. Сам побежал. Разворачивай. Тык, что, не можешь один, да? А, так.
Весь синий сейчас прикатит. Ой, в этом, в снегу. Снег, снежок. Белая метелица. Так, давай открывай ворота. Сегодня у нас, короче, прилетели дрозды. Дрозды. Не эти, как они называются? Как они красненькие-то эти. Забыла название. Свиристели. Не свиристели прилетели, а именно дрозды с пятнистыми грудками и объедали нашу рябину. Я говорю, ну все, сейчас они точно знают, где. А вон они летают, кстати, гаврики. Вон они сколько. Ой, сколько их дроздов-то. Или это не они, или вот это они. Вон они, да-да-да, на тете Иринину рябину сели сейчас. Вот, представляете, какие полчища потом пойдут на нашу, там, эту, жимолость сначала. Потом они начинают Викторию клевать на грядках. Да. Ну, короче говоря, не весело с этими дроздами. И никуда не денешься. Сами, получается, им рябину эту харчевню тут сделали они теперь. Едят сюда и летают. Ну, летом будем гонять, что делать. Сетками будем накрывать опять. Всякие отпугиватели ставить из фольги, да из всего чего. Только можно. Ой, девчушка, он идет из школы. Маленькая. А у Матвея все нет. Уже вторая смена со школы идет, а у Матвея все нет, говорю. А? Да? Ну, конечно. Считай, в 7 ушел, все еще нет. Ты уже с работы приехал, пообедал уже сегодня даже, а его все нет. Хотя он раньше тебя ушел, да? Ой, такие дела. Дед уж предлагал, говорит, давай мы ему будем возить в обед еду туда. А ведь он отказывается. Да ты зря это сделал, он ровненько шел. Он же кривой, конусом. Он сейчас обратно будет делать. Вот это все время мне сами какие-то... Это не претензии, это корректировки. Я же штурман, я мало качу, я только это, управляю. Да. Вот я бы катила, если я бы, конечно, занималась своим делом. А так я что тут? Зря, что ли, я тут вышла, только чтобы тебя поснимать, что ли? Нет. Буду управлять, значит. Вот так вот. Там хоть это гвоздей-то нету, деда, проверял? Не знаю, что же, ничего. Стружка какая-то, гвоздей-то вроде нет. Фу. Ой. Ты лучше бы спасибо сказала, я тебе курей управила, можно не ходить. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Такая Мося, такая хорошая пёся. Такая хорошая пёся. Да, моя маленькая, ты хороший пёс. Ну, чё? Чё давать? Сворачивай. Куда? Кого? Туда? Ой, ой. Чё говорит? Я тут ничего не делаю. Вот так вот. Без меня никуда сам. Да. Ой, так. Сейчас. Ну, понятное дело, что я соображу не первый раз. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Хорошо, все хорошо. Нормально. Можно нитки снимать? Так, где ножницы? Ножницы бы еще найти, я бы вообще сняла бы хорошо. А куда ножницы-то опять дели? Нету их тут. Ну ладно, пошла я, в общем, ножницы искать. 8:30, друзья, все. Завершать будем ролик. Сходили сейчас к корове. Молоко сейчас процедила, уберу все. И все, что я не знаю. Сейчас вечером орхидеями занималась. Пообрезала их, все промочила из тазика, так сказать, через низ проливала. Вот. Вот собаки молоко пьют. Сейчас мне еще плиту мыть. В общем, такая работа осталась не очень любимая моя. Вот. Так что все. Такой вот обычный сегодня день. Матвей пришел у нас где-то в 6:30 он пришел. Весь уставший, но нет, просто вообще измотанный. Я не знаю, кто такое расписание устроил. Ну, какая-то, конечно, каторга просто, а не школа получается. Ну, ладно, как-нибудь переживем. Давайте, все, до завтра. Всем всего доброго. Пока-пока.